Интерактивная площадка традиционно собирает не только местных ребят, но и юных гостей курорта. Нон-стоп шагает по Анапе, заглядывая в каждый двор. Сегодня шумно и весело на Маяковского 80. Конкурсы, эстафеты, подвижные игры. Программа специально разработана для активного времяпрепровождения. Мы пробуем разные форматы. Мы берем с собой постоянно разный реквизит, который у нас есть. Но в основном все предпочитают активные подвижные игры. Поэтому разные эстафеты весело стараемся с детьми проводить и смотреть на их реакцию. Как бы если они реагируют положительно, то мы продолжаем в том же духе. В этом микрорайоне подобные мероприятия для детей проводятся регулярно. В организации принимают участие не только специалисты центра «21 век», но также местное территориальное общественное самоуправление и депутат округа. Что хочу, конечно же, сказать спасибо 21 веку, который всегда откликается на наши предложения провести какие-то мероприятия на нашей любимой площадке. Вас, конечно же, поздравляю. Больше улыбок, радости. Каникулы продолжаются. Ура! Вот такое тесное сотрудничество очень благоприятно сказывается. Посмотрите, какие дети радостные. Они уже ждут этот праздник, целую неделю спрашивали, когда же будет, когда приедут, когда... У нас постоянно очень много детей на этой площадке, особенно вот вечером собираются. До 100 человек на площадке бывает. Нон-стоп продолжит путешествие по Анапе. До конца лета такие праздники детства пройдут в каждом дворе.